Так, пришла посылка. 5 пачек корневина. Вот, тут я вот заказывал. Сейчас посмотрим. Так, это еще держит. Вот тут. Да, теперь вот тут. За покупку благодарят. Посмотрим. Смотрите, шины есть такие, высота у них разная, видите, эковская пониже, вот они встанут так, а Union, по-моему, она на повыше, цена 800 с копейками. 700. Вот. Вот эти шины можно использовать для распределения фаз. Вообще классная тема и недорогая. Вот, смотрите, ребят, пришло 3 фазы на один автомат. Вам дальше надо распределить. Места в щитке нету, а надо на разные фазы раскидать. А места в щитке у вас нету, просто вы хотите запитываться. Вы не засунете 5 проводов в один автомат, в одно гнездо. Ставите раз одну, вторую и третью. Вот она. Вот, третья. Третья. Все. Самое, что классно, вот тут вот открыто. Вот тут закрыто. Все. Они могут стоять вот так вот. Под подряд. Вот. Одна шина, вторая. Все, место валом. Пожалуйста. Сюда-сюда суете. Все. Отличное решение. Самое главное, недорого. А как скажете? Ну, красный, зеленый перепутайте. Просто красным баллончиком взбрызните. Все. Вот такое вот решение. Ладно. О, еще в подарок дали эту изоленту. Молодцы, спасибо. Ладно, чайник кипит, всем пока.